В прошедшую субботу в Ревде на городском кладбище похоронили Игоря Халемского, 35-летнего предпринимателя, убитого в среду в 20:55 у собственного подъезда на Жуковского, 19 в Ревде. Неизвестный в маске выстрелил практически в упор из обреза двустволки 16-го калибра, крупной картечью, входное отверстие диаметром 10 сантиметров. Игорь Халемский входил учредителем или членом совета директоров по множеству местных некрупных заводов типа Метизного в Ревде или трубчатых строительных конструкций в Первоуральске. По наблюдениям ООП начинал под Широковым как ответственный за территорию Первоуральской ВДА. После убийства Широкова обрел самостоятельность, хороший хозяйственник, финансист, надежный партнер. Дело расследует облпрокуратура. Почерк убийства прокуратура характеризует как дилетантский, кустарный. Наиболее вероятен бытовой мотив убийства. У Халемского осталась жена и двое малолетних детей. Поминки проходили в Первоуральском ресторане «Иванов». Около 600 человек присутствовало. Поминали в Первоуральске, так как Игорь Халемский один из соучредителей казино-ресторана «Иванов». И, во-вторых, в Ревде нет крупных ресторанов подходящего уровня. Только 600-х мерседесов на похоронах замечено было 36 штук. Уважаемым человеком был 35-летний Игорь Аронович Халемский.